Дорогие друзья, здравствуйте. Меня Антон зовут, мастер-приемщик ОМЗАП-сервиса. Мы на канале ОМЗАП. И сегодня мы хотели бы рассказать о нашем сервисе на теплом стане. Кратенько экскурсию покажем, расскажем, какой сервис, что интересного, что нового. Поехали. Это приемка сервиса. Значит, здесь запчасти, менеджеры по запчастям. Впереди сервис. Все уютненько, красиво, тепло. Очень хорошая клиентская зона. Вот, поэтому добро пожаловать, как говорится. Друзья, теперь приглашаю вас в цех. Посмотрим, как работа проходит. Это наш цех. Больше подъемников, больше возможностей. Подъемников у нас 10. Хорошее оборудование, шиномонтажные станки, сход-развал последней модификации, как говорится. Ну, пойдем дальше. Самое главное – тепло, комфортно для людей и для автомобилей. Ну, подъемники сейчас все заняты, места нету, поэтому бронируйте места заранее. Ну, здесь, к сожалению, места у нас, в принципе, на улице маловато, поэтому отстойничек такой небольшой для автомобиля, который в работе. Опять же, сухо, никакого снега зимой, и удобно машину сразу в работу, подождали запчасти, сделали, отдали и так далее. Здесь у нас выезд, ворота, выезд, соответственно, это выезд на территорию рынка. Здесь машины не принимаем, только выгоняем. Поэтому клиентам, которые приехали в сервис, лучше всего подъезжать все-таки со стороны середины здания, со стороны въезда на мойку. Друзья, как и на всех станциях, на теплом стане у нас есть большой склад запчастей. Очень много всего в наличии. Того, чего нету, максимально быстрые сроки заказываем поставщиков. Вот, собственно говоря, наш склад. Друзья, мы в ОМЗАП-сервисе на теплом стане. Звоните, если есть какие-то вопросы, приезжайте. Будем обслуживать быстро и качественно ваши автомобили.